Летом учеба у школьников не заканчивается. Правда, уроки носят скорее развлекательный и познавательный характер. Вот и в IT-кубе в 34-й гимназии провели день цифры. Ученикам 3-4 классов рассказали об информационной безопасности в интернете, на что нужно обращать внимание в сети, как обеспечить так называемую информационную гигиену. Основной вопрос будет посвящен вопросам информационной безопасности в интернете. Почему именно эта тема выбрана? Начались каникулы, у детей стало больше времени, понятно, что они активнее в это время пользуются интернетом, активнее общаются в социальных сетях, смотрят фильмы и так далее, поэтому вопросы информационной безопасности, они становятся актуальными. Многие ребята, несмотря на юный возраст, уже знают, как обезопасить себя в интернете и делятся своими знаниями. Чтобы обезопасить гаджет, нужно скачивать антивирусные приложения, нужно быть осторожным при переписке с незнакомыми людьми, нельзя открывать подозрительные ссылки и нельзя выкладывать свои личные данные в соцсети. После лекции время практики. Педагоги разбили ребят на группы и для них провели игры по станциям в поисках технологий. Они познакомились с различными направлениями цифровых технологий и прошли командные испытания. На каждой из станций они освоили новые профессии, такие как дизайнер виртуальных миров, квантовый ученый и профессию сетевого юриста. Данный проект направлен на раннюю профориентацию детей. Помогает познакомиться с популярными IT-профессиями через игру. В течение года было проведено 5 уроков на разные темы в сфере информационных технологий. Кирилл Савосин, Юрий Конихин, УПравда ТВ.